фарисейка, стремление к совершенству. Я также вижу свой лозунг по жизни и иду по этому пути, совершенствуюсь с каждым днем, не только как спортсменка, но и как личность. Я думаю, во-первых, это благодарность, наверное, от родителей, то есть это не только моя заслуга. Но, в принципе, это, естественно, как бы я прикладываю небольшие усилия ради того, чтобы моя прическа или макияж, или ногти выглядели просто красиво.